Ну что, народ, всем привет. Значит, прошло уже около месяца пользования данной бензопилой Alimak GS35C. Что я могу сказать? Это чисто бытовая бензопила. Она особо не предназначена для того, чтобы пилить вот такие вот дрова, как вы видите, и как увидите в дальнейшем. Вот, сучки, доски по хозяйству, по мелкой, все. Вот, плюс то, что пишут, что не 1,8 киловатта мощности, не верьте, здесь будет ли киловатт, потому что на около максимальных оборотах ее вообще иногда трясет, на максимальных, вот, при таком диаметре она уже цепко останавливается, не хватает ей, короче, мощности. Плюс, к тому же, эти проблемы, которые я хотел решить с глушителем, так как он составной, здесь не было прокладок, а он с трех частей состоит, я сделал прокладочки, вырезал. Прокладки, значит, я вырезал из паранита. После этого завоняло, думал, сцепление завоняло, так как нечаянно уже был полинул его, поставил на ручник и показывал. Вот. Все равно есть подтекание. Сейчас, правда, потер, ничего не видно. Масло как с бачка подтекает, когда больше половины, так и подтекало. Так как еще и бачок для бензина всего лишь где-то 360-380 миллилитров, особо его ни на что не хватает. Можно смело сказать, что это чисто бытовая пила, и лес ей пилить не нужно. Вот. Что еще по завершению хотел сказать по данной бензопиле и вообще по этому классу бытовых пил. Если вы ездите в лес, пилите дрова, либо живете где-нибудь в деревне, там на даче, и вам нужно попилить дрова вот такого диаметра, то я бы не советовал ни такую бензопилу, ни подобное. Нужно уже более дорогие, полупрофессиональные, так как ценник, сколько это был, где-то $170. Вот, эта бензопила, да, где-то стоила около $170. Лучше уже покупать более дорогие, от 300 и выше. Стиловские, либо шведские. Вот. Ну все, всем пока. Что я хотел сказать, я вроде бы сказал, что-то показал. До свидания.